Создание комфортных условий труда и отдыха работников РН «Юганскнефтегаза» – приоритетное направление для градообразующего предприятия. Для реализации этой социальной задачи в конце 2023 года на Приобском месторождении ввели в эксплуатацию вахтовый комплекс. В новом общежитии побывала и наша съемочная группа. РН «Юганскнефтегаз», следуя принципам социальной ответственности, создает на месторождениях, в том числе и удаленных, комфортные бытовые и безопасные условия для работников. Строятся новые здания, проводятся капитальные ремонты в уже имеющихся помещениях, развивается инфраструктура. Так, в конце 2023 года на Приобском месторождении ввели в эксплуатацию новый социальный объект. Вахтовое общежитие «Уют» площадью 4000 квадратных метров, где в двух корпусах могут одновременно проживать до 140 человек. А комфортная обстановка вахтового поселка во многом помогает сгладить суровые условия работы на месторождениях. В данный момент у нас продолжается заселение. Основную массу уже сотрудников общества мы заселили. Это у нас ЦППН-7, ЦСПТГ-4. Сейчас формируются списки и готовим заселение следующих жильцов, сотрудников нашего общества. Внутреннее пространство общежития начинается с вахты. Посторонние здесь не пройдут, ведь помимо внимательного администратора, здание оборудовано системой видеонаблюдения. На первом этаже расположена раздевалка для сушки рабочей одежды. Есть и все условия для приготовления пищи. Хоть многие питаются в столовых, для любителей готовить оборудованы кухни. Имеется вся необходимая бытовая техника. А теплые переходы между жилыми помещениями позволяют комфортно добраться до своей комнаты, которая полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой. И помимо спальных мест также есть отдельные санузлы и душевые. Достаточно комфортные жилые блоки, которые состоят из двух комнат, каждая на три спальных места. Значит, в жилом блоке есть у нас холл, в котором подразумевается прием пищи, стол, кухня. Комфортные очень и замечательные условия, я считаю, для наших проживающих. Проектировщики не обошли стороной организацию досуга работников и поддержание их физической формы. Для этого здесь оборудованы спортивный зал с тренажерами, библиотека, бильярдная комната, в холлах установлены телевизоры. А в любой точке здания есть возможность подключиться к сети интернет. Все эти условия создаются в рамках социальной политики Роснефти, которая направлена на создание комфортных условий для работников, чтобы они могли полностью сосредоточиться на выполнении своих профессиональных обязанностей. Юлия Баланева, Денис Ичменев,